Кургане после капитального ремонта открылся корпус Б гимназии номер 47. Работы по реконструкции здания, которое было построено в 1959 году, начались в сентябре прошлого года. Деньги на ремонт трех корпусов выделены в рамках федеральной программы содействия созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях. Софинансирование шло из областного бюджета. Общая сумма составила 51 миллион рублей. 30 миллионов выделила федеральная казна, 21 миллион – областной бюджет. Прекрасно заходить вот в такие учебные заведения, приводить сюда своих детей. Я думаю, что качество образования от этого только улучшится. Вокруг школы появилось новое ограждение. Преобразились фасад, лестницы, заменили электропроводку, повесили новые светильники и многое другое. Два спортивных зала оснащены современным инвентарем. На полу специальное плотное покрытие с необходимой разметкой. В каждом классе, ну и поштукатурено, и покрашено, обои наклеены, пол заменен, линолеум постелен, раздевалки в фойе вот появились новые. То есть все, по сути дела, обновилось. Лестницы стали широкие, красивые, хотя остались в тех же измерениях, но ощущение, что они стали просторнее, потому что и ступеньки стали другими, и перила стали другими. Поэтому все современно, красиво. В этом корпусе будет учиться начальное звено гимназии. Всего 680 детей. Школьникам не терпится приступить к занятиям. Здесь стало намного комфортнее и красивее. Мы все ходили здесь с друзьями, осваивались, и нам все понравилось. Сейчас в гимназии мечтают о ремонте всех корпусов. Планируют обновить оборудование, приобрести новые учебные пособия. Мечты, конечно же, есть, и хочется еще, чтобы ремонт был закончен. У нас три корпуса, поэтому хочется сейчас отремонтировать корпус В, вот поэтому обновить что-то тоже. Поэтому есть планы, есть мечты, и это хорошо. Зауралье продолжит участвовать в федеральной программе по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Регион планирует получить федеральное финансирование на строительство школы в селе Нижнее Куртамышского района и капитальные ремонты в нескольких сельских школах. Елена Вагаренко, Андрей Глазырин, Вячеслав Шевчук, телекомпания «Область 45».